Всем привет, с вами Тимоха, и у нас ивент от Ralph Lauren под названием The Winter Escape обновился, и теперь в нем можно получить новую бесплатную вещь. Ее сейчас вы видите на своих экранах, называется она Ralph Lauren Pilot Shield. Короче, очки вот такие вот черные, вот так они выглядят на мне в инвентаре. Должен признать, смотрятся они довольно стильно, поэтому давайте перейдем скорее к их получению. Только зайдя в плейс, мы сразу видим, что теперь эти очки доступны к получению. Ну что же, погнали скорее их получать. Для начала, конечно же, заходим в этот плейс, ссылка на который будет в описании и название вы сейчас видите на экране. Короче, смотрите, в чем суть ивента, если вы еще не знаете. Нам надо просто заполнить для начала вот эту верхнюю шкалу, где написано Cheer. Для ее заполнения мы можем просто кататься на коньках, и она будет постепенно, но медленно заполняться, что нам не вариант. Один зарубежный ютубер под никнеймом SharkBlocks показал следующий способ. Мы бежим к вот этому зеленому фургончику с кофе. Нажимаем на кнопку взаимодействия с ним, крафтим себе быстренько кофе, и у нас шкала Cheer заполняется немного, но зато если мы будем делать это все быстро, тогда она заполнится гораздо быстрее, если бы мы катались на коньках. Поэтому, ребята, тут реально выход. Просто сидим, крафтим себе кофе, постоянно делаем его себе и заполняем по-быстрому шкалу. Я не знаю, почему в прошлый раз у меня этот способ не работал, но я реально попробовался сделать пару кофе, у меня шкала вообще не заполнилась. Наверное, они что-то пофиксили, что-то исправили, но, как по мне, это же баг, его должны были поправить, поэтому пользуемся, пока его не прикрыли. После того, как шкала заполнилась и окрасилась в золотой цвет, бежим к магазинчику с украшениями для нашей елки. Нажимаем на кнопку взаимодействия, выбираем здесь чисто по рандому, все тыкаем, елочные игрушки, exchange, decorate, и вешаем на кнопку опять же взаимодействия нашу елочную игрушку на нашу новогоднюю елку. Если мы нажмем на вот этот значок, то нам покажется, сколько нам еще надо повесить игрушек. Нам осталось еще две, всего надо повесить три, как бы две осталось, погнали, быстренько их добьем. Я думаю, вы уже знаете как, я это просто момент проскипаю. Снова делаем рандомную игрушку, вообще цвет и форма игрушки не зависит от того, что вы получите в итоге, просто делайте на рандом. Мы уже превратились в каких-то кофеманов и постоянно бегаем за кофе, ну что же, сбегаем еще в третий раз. Делаем последнюю елочную игрушку, опять же выбираем все на рандом и вешаем ее на нашу елочку. Вот и все, нам выдали вот такой вот билетик, мы на него нажимаем, и теперь нам надо по всей карте найти 7 подарочков. Вот где они находятся. Первый подарочек будет лежать у нас на крыше вот этого дома. Следующий на вот этом вот камне. Дальше подарочек будет возле вот этой вот елки. Возле зеленой машины с кофе тоже будет лежать подарочек. На вот этом булыжнике тоже будет лежать подарочек. Шестой подарок будет лежать за магазином. Ну и последний подарок, нам даже высылалось оповещение, будет ждать нас возле елки. Мы его подбираем, и очки оказываются в нашем Roblox инвентаре. Ну тут учитывайте то, что теперь вещи почему-то выдаются с запозданием на 30 минут или даже час. Поэтому если после выполнения этого ивента у вас в инвентаре ничего не появилось, просто подождите немножко, и все у вас появится. Пишите, как вам ивент, как вам в целом вещи, которые мы получаем. В принципе, ивентик я все еще оцениваю на 6 из 10. Ну а вот очки, которые мы только что получили, мне довольно-таки сильно понравились. Классные очки. Ну а если впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки за друзей и, конечно, присоединиться в наш дискорд сервер. С вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи. И, конечно же, хочу поблагодарить тех людей, которые донатили мне на стримах. Спасибо вам огромное.